Я не знаю, отчего у меня на душе так светло. Александр Иванович, вы из Москвы? Она выходит замуж за протопопа, председателя здешнего управа. Я полюбила мужа. Кулыгин, учитель здешней гимназии, надворный советник. Да. Он странный человек. Они все добрые, милые люди. Ты не чувствуешь себя чужим? Ели блины. Он ахнуть не успел, как на него медведь насел. Я так боюсь. Вы с предрассудками? Да. Я люблю в доме порядок. Лишних не должно быть в доме. Не гони ты меня! Не гони! Да, одинокому становится грустно. Прощай.